В номере газеты Конгресса США «Roll Call» от 5 января 2015 года опубликована статья генерального консула Азербайджана в Лос-Анджелесе Насими Агаева. В статье под заголовком «Религиозная толерантность. Поиск модели, способной работать в период опасности, рассказывается об исторических традициях толерантности в Азербайджане». Говорится о том, что условия, созданные в настоящее время в нашей стране для мирного существования различных религий, могут быть примером для всех государств мира. Генеральный консул пишет: «Азербайджан гордится своим религиозным разнообразием. Азербайджан был местом, где располагалось одно из древнейших христианских государств мира, а христианская община испокон веков принимала участие в формировании азербайджанской истории. Почти 30-тысячная еврейская община, проживающая рядом с христианской и мусульманскими общинами, существует в Азербайджане на протяжении 2000 лет. Насими Агаев также отмечает, что в то время, когда Ближнему Востоку угрожает межконфессиональная ненависть, шииты и сунниты Азербайджана продолжают жить в условиях взаимного уважения. Привлекая внимание к незаменимости воли политической власти в утверждении развития социальной толерантности в любом обществе, автор отмечает: государственное руководство Азербайджана, постоянно поощряя в стране древние традиции толерантности, отвергло радикализм, экстремизм и межрелигиозную ненависть. Благодаря поддержке государства в Азербайджане построены и строятся синагоги, мечети, церкви. В том числе для представителей различных религий сооружаются новые культурные центры, структурам, принадлежащим ко всем трем религиям, выделяются государственные средства. Камил Алиева, Юсеф Бабанле, Эльмин Лачинов, Азертач, Вашингтон.